Всем-всем! Доброе утро! На календаре 4 сентября, среда. Теплая погода решила все-таки побаловать нас, северян. И пока получается, что осень у нас теплее лета. Тема выпуска – наслаждайся моментом. Итак, чем же мы будем радовать вас сегодня? Поездом туда, где нет автомобильной дороги, голоса за кандидатов отдают жители труднодоступных уголков Мурманской области. Картины в стиле флюид-арт – мастер-класс от мурманских художников. 11 уникальных голосов – хор турецкого в очередной раз покорил Мурманск. Мурманчане насладились выступлением одного из самых известных хоров в мире. Перед ними выступил хор турецкого. Творчество звездных гостей оценили Илья Курлучан и Борис Савельев. Сотни горожан собрались на главной площади города в ожидании 11 уникальных голосов. Специально в честь дня рождения Мурманского торгового порта хор турецкого подготовил яркие номера, которые подходят по духу северному городу. У нас есть потрясающее поздравление, которое мы в самолете сегодня сочиняли и в автобусе репетировали. Прозвучит один раз в жизни. Посвящается специально порту и городу Мурманску, поскольку Мурманск – город-герой, а порт – старший брат, на год старше. Словно солнце в небе ясном, у подножья темных вод, вот стоит он наш прекрасный, славный Мурманск, город-порт. Вот стоит он наш прекрасный, славный Мурманск, город-порт. Репертуар у хора довольно обширный. Он включает в себя композиции на множестве языков и регулярно пополняется такими тематическими песнями. Михаил Турецкий создал коллектив в 1989 году. Он собрал в нем 4,5 октавы, голоса от самого низкого до самого высокого. Именно это каждый раз завораживает слушателей. У нас непростые условия жизни, особенно на севере. И людям здесь нужна поддержка моральная. И такая мощная волна счастья, которую мы накопили в себе и сегодня отдадим Мурманску. Абсолютный рекорд коллектива был поставлен в Тюмени. Там хор турецкого на своем выступлении собрал 65 тысяч жителей. Мурманск тоже не подкачал. На 5 углах собрались несколько тысяч. Илья Курлучан, Борис Савельев, ТВ-21. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. С нами жив открытое море, суровый и дальний поход. Сегодня, 4 сентября, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, 8-13 метров в секунду. В Кандалакше до 17 градусов, в Апатитах и Кировске около 15. В Никеле и Заполярном 16 градусов выше нуля. До 17 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске утром плюс 10, днем воздух прогреется до 17 градусов. Без осадков. Удачного вам дня! 3 дня наслаждались поездкой участники проекта «Поезд молодежной культуры». Творческий десант выехал на специальном поезде из Мурманска в Кандалакшу. Иван Герасимов был в гуще событий и готов поведать о том, как это было. Здравствуйте! Громко и весело встречали жители Кандалакши участников поезда молодежной культуры. Именно отсюда творческий десант начал культурное нашествие. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном небольшом северном городе, который находится на самом юге Мурманской области и который, несмотря на сегодняшнюю погоду, всегда тепло встречает своих гостей. Ребята уже сказали, что этот фестиваль проводится впервые. Это действительно очень масштабное мероприятие. Я уверен, что все площадки сегодня будут пользоваться популярностью.
В честь старта фестиваля его организаторы подарили памятный символ главе города. Город Кандалакша, 30 августа 2019 года. Проект впервые состоялся такой в России, друзья. И его первооткрывателем стало городское поселение Кандалакша! Поезд молодежной культуры развернулся на центральной площади. Участники организовали несколько площадок. Каждый удивлял как мог. Например, мурманская художница Екатерина Кузнецова проводила мастер-класс в технике флюит-арт. Каждый из вас сегодня станет художником, который, внимание, будет участвовать в большой выставке. Прикиньте, я лично 5 лет рисовала для того, чтобы дойти до своей первой персоналки. А у вас будет возможность сразу поучаствовать в выставке. Флюид арт – это вид абстрактной живописи. Акриловые краски – главный материал, с помощью которых художник добивается необычного эффекта. Идея в том, чтобы сделать одну большую картину из множества маленьких. Впрочем, рисовать можно было не только на полотне. Для смелых экспериментов предоставили автомобили. Очень классно и вообще интерактивно. Мне очень нравится. Хозяева разрешили нам, краску дали. Свобода творчества. Самое то. Основная цель проекта – вовлечь в творчество как можно больше юношей и девушек, чтобы молодые люди смогли попробовать себя в самых разных сферах. А потом вперед в плен очередную соседку идет встречать моряков. Та становится лучше из лучших, та становится бабушкой вам. А мне прекрасное настроение, даже если погода не очень сегодня, но в душе теплота, настроение прекрасное. После мурманских вокалистов сцену заняли кандалакшские. Качу-качу на тачке, без планировочки. Я не пристегнутый, парю в кармане соточка. Валю на фото твое, ты без футболочки. Коллектив называется «ГАЗ-51». Группу знают не только в родном городе, но и далеко за его пределами. Она существует уже больше 10 лет. Даже в области где-то мы занимали призовые места на различных фестивалях музыкальных. Вот это очередной фестиваль, правда, просто произвольный такой. Совместить приятное с полезным – еще один принцип фестиваля. Участники марафона могли пройти профориентацию. У нас здесь банк вакансий. Это крупные работодатели нашего города, которые представляют вакансии в центр занятости. Любой человек может подойти к объявлению, взять информацию с номер телефона, с требованиями. Продолжение творческого турне в следующем сюжете. Иван Герасимов, Виталий Попков, ТВ-21. Доброе утро всем! Сентябрь продолжает радовать теплом, а северяне наслаждаются этими моментами. А еще они наслаждаются общением с животным миром. Андатру сняла на видео северянка Татьяна Нюйман. Грызун занимался своими делами в районе губы Княжая, что находится на юге Мурманской области. Женщина устроила настоящую видеоохоту за зверем. Задача оказалась непростой. Андатра пуглива и при малейшем шорохе замирает, пытается замаскироваться в окружающей обстановке. Но осторожность и предварительное изучение жизни и характера этого млекопитающего помогли Татьяне снять уникальные кадры. Андатры радуются свежей травке, автор видео тому, что смог запечатлеть этот момент. Красота, гармония. Смотрите дальше в нашей программе. Викинги у берегов Имандры в Мончегорске прошел фестиваль нордической культуры. Готовить умеет, организаторские способности есть, с работой на производстве на «ты» в проекте «Профстарт» Сергей Чабан. По тундре, по железной дороге, за голосами, в отдаленные поселки и полустанки. Каково это – путешествовать на дрезине? –
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 4 сентября, 66 рублей 90 копеек. Курс евро 73 рубля 20 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 73 рублям 13 копеекам. Можно ли получить удовольствие от поездки на дрезине? Почему нет? Нашему корреспонденту Сергею Юткову только дай попутешествовать, неважно на чем. В этот раз он отправился в тундру вместе с представителями избирательной комиссии. По тундре, по железной дороге, за голосами избирателей. Едем на таком вот чуде техники – дрезина, что-то среднее между вагоном и локомотивом. Три десятка сидячих мест. Кабины машинистов с двух сторон. Отправляемся мы со станции Кола, наш путь на северо-запад, в сторону Норвегии. Мурманск-Никель – это одна из самых северных железных дорог в мире. Когда-то сюда через Нял-Макет, Заполярный и до Никеля ходил пассажирский поезд из Москвы. Сегодня ходят товарные составы, рабочие поезда, которые возят железнодорожников, и вот такие дрезины. В одном из закутков дрезины разворачивается избирательный участок. Прозрачный ящик для бюллетеней, плакаты, пластиковая картонная кабинка для голосования, воздушные шарики для красоты. С нами едут двое полицейских охранять участок и собака, бельгийская овчарка Атака. Дрезина движется медленно, километров 30-40, где-то еще тише. За окном поначалу знакомые пейзажи, Кола, Тулома, стройка нового моста через речку, вот Мурмаши, плотина электростанции и дальше в глушь. Первая остановка на нашем пути – станция Пяеве. По последней переписи населения здесь проживает чуть больше 50 человек, но досрочного голосования здесь не будет. Все потому, что до Пяеве еще идет грунтовая дорога, можно добраться в любое время. Так что люди тут будут голосовать непосредственно в день выборов. А мы едем дальше. Нял. Тут хозяин Сергей Владимирович Батраков. Он начальник сразу трех станций. Нял, Титовка и уже закрытого вокзала Макет. Здесь никто не приживает, кроме дачников. Пятиэтажку закрыли, на замок, все. Вот пяти жителям дали в Туломе. Вот мне, как начальнику станции, такому на квартиру в Туломе. Ну так, распределили, раскидали. Каждый день сюда на станцию приезжают вахтовики-железнодорожники, чтобы проверить пути, починить, если что надо. Сутки здесь работают, и на следующий рабочий поезд смена приезжает, они уезжают. Я раз в месяц приезжаю в Макет, делаю комиссионный осмотр, опять закрываем станцию и уезжаем. Все. А вот и место, где должны подойти избиратели. Станция «Перевал», 101 километр. Тут проголосуют всего 4 человека. Одна из них – метеоролог Екатерина. На местной метеостанции она живет и работает уже почти год. Нравится здесь. Здесь природа. Живем вместе с мужем. Все хорошо. Молодежь сохраняет оптимизм, а старики по привычке ворчат. 25 лет на железке на это проработал, на западке. Гидрометеостанция, и вот я тут живу, и все. Ну и монтеры пути работают здесь. Молодые. Еще 10 минут, и мы отправляемся в обратный путь. Время подвести итоги. 100 с лишним километров, и все ради 4 человек. Не обидно, спрашиваем? Зато мы на природу посмотрели. Не, ну всегда надо оставлять шанс людям на право голоса. Поэтому, я думаю, ожидалось, конечно, больше, но что есть, то есть. На прозрачную урну с бюллетенями ставится пломба, и она сдается под охрану. То есть пока никто не знает, нет, да? Нет, голосовали. Нет, все закрыто в сейфе, все будет до 8 числа. Как проголосовал медвежий угол Кольского Заполярья, метеостанции, маяки, погранзаставы и дальние полустанки, станет известно вечером 8 сентября, после того, как закроются избирательные участки на всей территории Мурманской области. Привет всем, кто проснулся. Вы смотрите «Наше утро». Сегодня 4 сентября, среда, и тема выпуска «Наслаждаемся моментом». Наверняка много эпизодов мы можем вспомнить из школьной жизни. И, конечно же, навсегда в памяти останутся учителя. «Наше утро» начинает новый проект «Мой учитель». И сегодня своими воспоминаниями о любимом преподавателе поделится Ольга Сомкина. Больше всего мне запомнился наш учитель литературы в 10-11 классе. А по совместительству он еще был директором школы и затем принимал выпускной экзамен по истории у меня.
это был первый вот человек, который мне показал, что литература – это не просто прочитать учебник. Я перешла из 9 класса в 10 и поменяла школу, то есть это был новый класс, новый человек, и вдруг совершенно новая система именно преподавания. Но дело в том, что он учил нас критическому мышлению, постоянно мнение наше спрашивал, мы там письмо Раскольникову писали. Этим он мне не нравился, он нас заставлял обсуждать то, что мы проходили. У него был один пунктик, он был против распада СССР. И именно этот вопрос мне попался на экзамене по истории. Именно его он мне и задал, что это же плохо, что СССР распался. И он очень хотел, чтобы я ему рассказала его же мнение. Но он же меня научил уже говорить свое. Я ему свое и сказала. Если вы хотите рассказать о своем любимом педагоге, пишите в группу ТВ-21 Мурманск ВКонтакте. Мы с вами свяжемся и запишем ваши воспоминания на видео. Смотрите заключительную часть нашей программы. Северное средневековье. Необычный фестиваль состоялся в городе Металлургов. Чем Мурманская область лучше Челябинской, участник телепроекта «Профстарт» выдвигает свои аргументы. Наслаждаются работой на производстве участники проекта «Профстарт». Они мечтали трудиться в Кольской горно-металлургической компании и добились своей цели. Как попасть на крупное производство? Сегодня свою историю расскажет Сергей Чабан. Знакомство с Кольской горно-металлургической компанией у Сергея Чабана состоялось в 2015 году. Именно тогда он впервые приехал на практику по программе Норникеля «Профессиональный старт». Понравилось. На следующий год приехал снова и заодно принял участие в телепроекте «Профстарт». В нем он показал себя не только хорошим работником, но и отличным кулинаром. Просто посмотрел рецепт в интернете, нашел первый попавшийся и понравился мне. Называется куриная грудка, фаршированная с ветчиной и сыром. Ну, еще добавляется специи по вкусу, соль и помидоры. С 2017-го Сергей стал сотрудником компании. Трудится на руднике «Северный» машинистом конвейера. Его задача – контролировать процесс транспортировки руды. Руда приходит непосредственно с очистных работ, по рудоспускам, на горизонт 440, с 440-го горизонта через через донную разгрузку приходит на дробилку КД-4, конусная дробилка номер 4. Там все это дробится на бункер. Уже бункер, получается, питателя. Студенты, которые участвовали в программе «Профессиональный старт», не только осваивали профессию на практике, они учились решать различные производственные задачи в деловой игре «Покорители Севера». Когда-то и Сергей был ее участником. В этом году он уже стал наставником для новых студентов. Это опыт, прежде всего, опыт работы в команде. Это нужно обязательно всем пройти, всем студентам, которые здесь проходят практику. И деловая игра, и практика серьезно подготовили к будущей работе. Поэтому, когда Сергей пришел в компанию уже в качестве сотрудника, чувствовал себя уверенно. Работа очень серьезная, и чувствуешь себя нужным для всей вот этой системы. И понимаешь, что от тебя много что чего зависит. Тот же самый, даже вот взять мою работу, машинист конвейера. Казалось бы, что делает машинист конвейера? Наблюдает, контролирует процесс транспортировки руды. Казалось бы, да кто он такой? Не так-то тут и все просто. Вдруг у нас какая-то поломка случится. Все, вся выдача останавливается. Нету руды, нету плана. Кто за это отвечает? Машинист конвейера. Поэтому каждый работник в шахте – это принадлежность одного целого. Сейчас Сергей живет в Никеле, работает в Заполярном, иногда по делам компании ездит в Мончегорск. Все эти города меньше родного Магнитогорска, в котором, к слову, тоже есть металлургические производства. Но о переезде на север он совершенно не жалеет. А почему ты не остался в Магнитогорске? А потому что я там подходящих вариантов не нашел и устроился на Кольскую ГМК. А вот одногруппник мой остался работать там в городе. Но там сейчас зарплата меньше, соцсловия хуже, а рабочий день длится дольше.
В будущее Сергей смотрит серьезно, планирует подниматься вверх по карьерной лестнице. Старт хороший, целеустремленность в характере присутствует, а значит и шансы зарекомендовать себя в компании значительные. Сегодня день рождения отмечает легендарный егерь Кузьмич из фильма «Особенности национальной охоты» актер Виктор Бычков. Поздравления принимает заслуженный мастер спорта Константин Барулин, хоккеист, вратарь и чемпион мира. А еще в этот день, 145 лет назад, родился выдающийся хирург, создатель знаменитой лечебной мази Александр Вишневский. Наслаждались необычным шоу жители и гости Мончегорска. Там состоялся фестиваль «Имандра Викинг Фест». Больше 5000 гостей познакомились со средневековой северной культурой. В их числе мои коллеги Владимир Школьников и Константин Кабанец. Ну вот и мы присоединились к костюмированному шествию. Видите, я тоже вошел в образ, чтобы не отставать от других. И сейчас мы под звук барабанов следуем за конунгом захватывать селение Имандра. Вместе с нами к месту, где уже через считанные минуты начнется фестиваль, следуют и все его гости. Сотни человек, желающих хлеба и зрелищ в одной колонне, уже готовы войти в селение Имандра. Я, конунг, превыше того, пришел на лосо по помощи. Имандра Викинг Фест – дело рук жителей Мончегорска, которые захотели устроить в своем городе большой фестиваль. Сегодняшний конунг Вел Щитолоп в обычной жизни – Лев Денисов. Идея провести в городе праздник викингов принадлежит ему. Во-первых, Заполярье недалеко от Скандинавии, во-вторых, у нас суровый климат. И чем мы не викинги, если живем на севере, добываем металл и не знаем страха, и живем здесь, развиваемся. На фестивале все стилизовано под эпоху викингов. Вместо палаток – шатры, вместо фирменных футболок у волонтеров – исторические костюмы. Не остались в стороне и гости. Многие приходили одетыми под стать окружению. Специально для них устроили конкурс костюмов. Глеб Александров вдохновлялся героями телесериала «Викинги». Флоки, мой любимый киногерой, взял его образ. Но не стал сильно до глаза, как у него делать. А это моя помощница. Я собирала именно вот разные образы и лепила что-то свое. То есть я не делала что-то конкретное. То есть там просто была, здесь лепила. Ну, готовилось это долго довольно-таки, ну, муторно, ну, ничего. Время занимает, но проводишь время с удовольствием, если это тебе нравится. Ну и главное событие фестиваля – это концерт. Хедлайнеры, легендарная ария и французская группа «Скальд». Они играют на старинных музыкальных инструментах и вдохновляются скандинавским эпосом. So do you know the story of Fenrir? The wolf Fenrir is getting so big that even the gods... Мы поем древнескандинавские поэмы – драпы, флоки, висы, ниды. Это история эпохи викингов. В общем-то, история Франции тесно связана с культурой Скандинавии. У нас есть общая история, наши культуры идут параллельно. Мы впервые в России, но здесь, на севере, атмосфера как в Финляндии и Норвегии. Даже запах похожий. Традиционные скандинавские инструменты и особая вокальная техника настоящих скальдов – вот что выделяет французскую группу среди других фолк-рокеров. Уже после концерта с наступлением сумерек гости фестиваля прошли за главную сцену, где уже начинался последний акт в сценарии фестиваля – огненное шоу. Как вел он скандинавский бог-кузнец, факиры выбивали искры из наковальни, крутили огонь на концах посохов, размахивали огненными шарами на цепях. И хотя к вечеру в Мончегорске начинало холодать, в селении Имандра в тот момент было по-настоящему жарко. Владимир Школьников, Константин Кабанец, ТВ-21.
Надеемся, что вы насладились нашим выпуском сполна, и сегодняшний день принесет вам только радость и удовольствие. Всем отличного настроения!